Ребята, всем привет! Я сегодня утром сходил подстригся. Вот так вот меня подстригли в 9 утра. В 9.30 я ходил сегодня. Вот, и сейчас я уже дома. У нас сейчас уже время близится к обеду. Вроде около 3 часов я пришел заниматься розами. Нашел я, кстати, холм. У нас есть их, надо проводить холм. Вот, сейчас я их, значит, обрежу. И, в принципе, я потом обработаю. Надеюсь, я все успею сейчас сделать. Вот, надо прострел. Тут он, хорошо видно, что они под этим внизу эти зелененькие. Так что перезимовали нормально. Вот как раз Лена твое видео сейчас смотрел с этими с розочками последние. И решил тоже пойти заняться. Ладно, все, давайте начнем. Вот смотрите, видите, как получается. Вот эти вот, которые я оставил, они зелененькие, все хорошенькие. Хорошо отрезимовали. Вот так вот получается. Все, в принципе, я сейчас со всеми остальными сделаю точно так же, а потом уже буду обрабатывать этим холмом. Вот, пока тут по краям складываю вот это, потом тоже все беру и уберу отсюда. И будет такая хорошенькая симпатичная грядка. Вот, потом земля, когда подсохнет уже окончательно, немножечко порыхлю ее, чтобы сверху было все красивенько. Ой, это не перчатка, только сколько стола. Вот. Ну, не знаю, может, даже сегодня, если будет охота, успею, то займусь тоже этим делом. Вот, смотрите, насколько они хорошо перезимовали. Вот здесь я покажу на примере. То есть, смотрите, вот это вот все вот до сюда, она примерно зеленая остается. И я вот не знаю, что-то жалко вырезать этот зеленые веточки. Но понимаю, что они потом отрезаются хорошо. Я вот думаю, здесь немножечко вот на этой провести такой некий эксперимент и оставить немножко побольше. Там вот я их низенько обрезал, а здесь я ставлю, ну, может, вот такие вот, знаете, побольше. Смотрим, что из этого получится. Но вообще, розы хорошо отрезимовали. Вот это, кстати, не было вообще ничем не закрыто. И, как видите, тоже хорошо все с ней. Вот это вот, например, закрыто. Я там делал, как это у меня остатки были. Я думаю, дайте я накрою, да и все. Давайте вот это даже посмотрим. Берем это все лишнее. Ну, вон, видите, тоже замечательно перезимовало. Вот эта веточка целая, вон там вот видно. Там вон. Вот. До сюда она примерно все с ней замечательно. Так что, Лена, ты была права, можно не бояться и оставлять вот так. Потому что я боялся их оставлять на зиму такими. Вот. Ну, не укрытыми. Но, в принципе, замечательно перезимовали. Посмотрим, как будут остальные. Все, продолжим. Все, я обработал все розочки, теперь они выглядят вот так вот. Кто-то пережил зиму хорошо, а вот кто-то пережил, ну, как-то не особо хорошо. Вот, например, эта вот розочка у меня тут вообще прямо маленькая, зелененькая, а на других прямо так они хорошо перезимовали. И все остальные, которые были на открытом воздухе, например, вон там вот на трубе, около трубы, где у меня две розы растут, там, считайте, были сугробы, и все время ветер дул. У прудика все нормально пережило. В общем, короче, выглядит теперь это вот так. Все поудрял, все почистил. И сейчас я буду обрабатывать розы холмом. Я прочитал и принес. Так, у меня здесь все четко, как в аптеке, короче. Сам холм надо делать тут 20 грамм. Ну, то есть весь пакетик на 5 литров воды. А опрыскивать надо, естественно, да? Как там написано. Вот. Ну, мне это, естественно, много. Я нашел у нас такой фрискал на 500 миллилитров. И получается будет где-то 2-3 грамма на вот эту вот штучку будет достаточно. То есть получается на литр 4 грамма этого средства, а на пол литра 2. Вот, но я сделаю там 2-3. Не особо будет какая-то разница. Вот. И все, будем сейчас опрыскивать свои розочки. Ну
Все, ребята, в принципе, я со всеми розочками справился. Все теперь хорошо с ними, обработал. Пока их закрывать не буду, пусть они немножко обсохнут, обветрятся. Вроде как больше холодов не будет, так что можно уже не закрывать. Но если что, рядом оставил, потом, может, там накидаю, если надо будет. Вот, а пока пусть так стоят, потом, когда уже земля до конца просохнет, уже это сделаю. Взрыхну немножко землю. Вот, ладно, на сегодня сделал то, что мне надо. Вот эти, кстати, тоже розочки хорошо у изгороди. Хотя у нас здесь сыро очень, но они очень хорошо здесь отросли, и там хорошо осталось. Потом надо турами заняться, тоже убрать от них все вот это открыть. Это мы их закрывали, бабушка закрывала, точнее, чтобы они не вгорали на солнышке. Ой, не на солнышке, а от снега. Вот. И потом уже это тоже соберу все. Думаю, еще пару дней, и у нас будет, в принципе, сухо. Ладно, все, ребята, я пошел домой, надо что-нибудь покушать. Все, ребята, мы будем кушать, на обед у нас вот такая вот гречка и печень. Так, ребята, вернулись мы из магазина, сейчас сниму вам обзорчик покупок. А, купил корм для Гриши, вот такая вот упаковка, кажется, 212, что-то подорожал, вроде. Очень подешевле был. А здесь у нас желудки, это хатику варить. Это уже идет печень куриная. Взял две упаковки, так что-нибудь приготовить. Так, дальше что тут у нас? Вот такие вот баранки яичные. Довольно-таки классные, вкусненькие. Я люблю такие. Чай Липтон с черной смородиной и мятой. Ну-ка, тихо, алло! Здесь чай Куртис с печененкой и корицей вроде как. Так, дальше что тут у нас? Лучок. Так, лучок, рыбка красная, рубленная, классическая, со скумбрией. Тоже вкусная такая. Курица целая, в последнее время беру целую курицу, очень удобно, мы ее запекаем. Очень вкусно получается. Вот здесь хлебушек, росток этот, сгущенка с кашей. Так, хлеб обычный нарезной, черный. И здесь у меня упаковочка Геркулеса. Все, вот такие небольшие. Смотрите, мы приготовили такие вот ладушки из печени. А рецепт я показал. Здесь идет упаковка печени, лук, морковка, чеснок и специи. Я просто посолил, можно еще добавить перец, но у нас нет перца. И вот, больше мы не добавляем, яйцо, муку, ничего такого не добавляем. Так они получаются прямо, знаете, такие безумно нежные. И также вот тут вот у нас пшеничная лапша. Так что все, уже поставил чайник, сейчас подождем. Чайник и будем уже кушать, так что всем приятного аппетита. Все, ребята, я буду заканчивать это видео. У меня такая смешная челка будет. Все, я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Обязательно поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.